Так, мы вяжем воротник, да? Сколько здесь игл? На 130 игл, да? Да. Угу. Так, прокладываем сетку. Так, я тебе обещала помочь, да? Так, прутки здесь кривые, поэтому не так быстро получается. Грузики. Так, клипка, обвязка, да? Вяжем теперь переход. Так, подсоединяем нитевод. Задние игольницы, петли сбросились. Это у нас после перехода сетка. Заряда. Сдвигаем игольницу. Так, вяжем ластик 2+2. Да, а сколько рядов? 50 оборотов. 50 оборотов, да? Может быть, даже 55. 55. Это на свитерный воротник. Угу. Воротник. Так, переход у нас. Вот, да? Красиво. Ксюш, потяни край. Угу.